К моему следующему визиту в Хартум белорусы и суданцы должны в основном исполнить те договоренности, которых мы достигли. Во-первых, мы должны создать в Судане машиностроительный центр, и туда должны быть поставлены первые комплекты нашей техники для сборки. Во-вторых, мы должны создать сельскохозяйственный комплекс для производства молока, мяса в Судане. В-третьих, мы должны построить тепличный комплекс по нашим технологиям белорусским по производству овощей и рассады в закрытом грунте. И в-четвертых, мы должны начать добычу белорусскими компаниями совместно с суданскими специалистами золота на территории Судана, чтобы облегчить взаиморасчеты между нашими государствами. Я попрошу министров с белорусской стороны принять к неукоснительному исполнению эти договоренности. Пока здесь присутствуют ваши коллеги, немедленно договаривайтесь. Логистика очень удобная. Везите туда оборудование и начинайте устанавливать, договаривайтесь о взаиморасчетах. Здесь все банкиры присутствуют, поэтому у нас нет времени тянуть эти проекты еще в какой-то там за 2020 год. Это надо реализовать в ближайшее время.